Здоровья живете, братья казаки и казачки. Сегодня, 14 января 2010 года, по нашему христианскому православному календарю, за вас Новый год, с чем всех и поздравляю. Желаю всем казакам и казачкам, всему нашему народу здоровья, счастья и процветания. После моего выступления вы увидите фильм или сюжет о том, как наши предки донские казаки готовили казачье вино старинным казачьим способом. Заранее приношу извинения за то, что что-то, может быть, не так сказал, что-то, не может быть, что-то упустил, может, что-то и приврал. Знаете, как у нашего народа, слухать слухаю, а брехать брехну. Поэтому прошу не судить меня строго. Главная цель моего, скажем так, сюжета – попытка возродить и донести те традиции, ту частичку культуры, которая присуща нашему народу, те традиции, которыми мы когда-то были очень богаты. Когда-то у нас было все. Когда-то у нас была область войска Донского, когда-то у нас была казачья школа Рагнадирия в станице Кухарковской. За раз у нас нет ничего. Пользуясь случаем, тем случаем, что этот ролик попадет в сети, хотел бы призвать всех казаков и казачьих, которые живут вне присуда, приезжать в наше Отечество. Приезжать в наше Отечество и возрождать Дон, возрождать Кубань, возрождать Терек. Потому что без нашего Отечества мы никто. И сколько бы казаков не было в Москве, в Тамбове и в прочих местах, они никакой пользы, по большому счету, нашему народу не принесут. Только здесь, только на землях присуда мы можем возродиться, воспитать правильно наших хлопцев, наших казаков и казачьих и сделать наше отечество процветающим. С Богом!